Всем доброе утро. Видите, я тоже одетая. У нас тоже холодно. На днях был заморозок. Сегодня просто роса и туманы были. Поэтому тоже холодно. Пришла осень. Не хочется ее так. Не хочется. Все-таки жара, но тепло. Хорошо. А сейчас уже прям приходится одеваться. Я там в одной кофте, там еще вторая на мне кофта. Поэтому холодно. Я тут хожу, срезала колюсы себе на укоренение. Семенные колюсы больше сеять не буду. Такая фигня. А почему фигня? От того, что они кидают семена. И вот это листвы такой красивой не получается. Получается только одни палки с семенами. Я вроде щипала, они все равно выпускают. Поэтому больше их сеять не собираюсь. Много чего убраковываю. А сейчас еще вышла, вот срезала их и попробовала катарантусы тоже взять немножко на семена. Вернее, на это, на укоренение. И хочу посмотреть семена у них. Может, соберу своих. Вот этим сейчас тут и хожу, занимаюсь. Птицу свою брала. Ну, пока. Помидор надо немножко еще брать сегодня. Бурелы там какие. А там начну уборку огорода. Все. Закончился дачный сезон. Уборка полным ходом. И будем дома отдыхать. Скопаем. Все. Нам еще зерно надо получить. У нас еще зерно стоит. 3 тонны зерна надо перетаскать. Ну, надо Сергей нажимать на эту тему. Может, на тракторе на каком-то нам привезет, а может, будем таскать туда. Все. Больше тоже вам еще расскажу. Сегодня погода вот пока такая у нас. День, как говорится, осенний. Она может поменяться тут же. Могут и тучи найти, и дождь пойдет. Поэтому осень есть осень. Осень, господа, осень. Сейчас позаглядываю. Может, где-то я и соберу себе все-таки семена. Хочется, конечно, своих, чтобы не покупать. Ну, сейчас мы глянем с вами. Герани домой брать не буду. Не знаю, они меня не порадовали в этом году нисколько. Вот эту красную, единственное, что смотрю на нее, если только ее. А эти, что-то не знаю. Нет такой красоты, чтобы, ах, глаз радовался. Не хочу я ее. Вот эти горшки дома на окнах. А хочу вам показать свой колюс. Один единственный, который мне по душе. Вот этот вот колюс, который я сейчас только собрала с него черенки. Вот он все лето не выпустил ни одного цветоноса. Такие можно сажать, да. Радоваться, любоваться на них. А тут вот росли мои. Я их все уже давно пополола и подергала. Тут пустота. От них толку мало. Так что семенами я больше заниматься не буду. Надо вегетативки. Они вот красавцы. И куст большой, и красивый, и без семенной коробочки. А то выстреливают тут семена. Зачем они нужны? Нет, мне не нравится это уже. Эту вот сентябринку я посадила позапрошлый год по осени. Посмотрите, какой уже куст огромный. Надо уже пересаживать по весне отсюда. Все, она тут не нужна, она занимает много места. Вот гляньте, как огромная кустяка. Цвет у нее очень красивый. Только начинает. Если морозов не будет, она порадует. Мороз все испортит. Я ее тут внизу чудок подрезала, она прям стоит шапкой. Вернемся к нашим овечкам. Вот это катарантус, с него я срезала черенки. Ну, навряд ли он укоренится, но я бы хотела тут набрать семена. Он любит тепло, и вот уже такой вот сделался корявый. Это не его погода. Скоро пойдет на убыль. На выкид, вернее, постоит еще от сил недельку. И я, наверное, его уже удалю. Они вот есть коробочки, но не знаю, какие тут семена. Соберу, может, они дома дозреют. Тут у меня несколько вазонов стоят их. Да много. Тут 4-5 даже. И по эту сторону тоже. Сейчас что-нибудь наберу. И флоксы похерели. Все, от них уже ничего не остается. Так вот, быстренько все холодом портится. Ну что ж, буду тут без вас собирать семена. Ждите, может, что-нибудь наберу. Забыла вас поблагодарить, всех моих зрителей, которые меня смотрят. Огромное вам спасибо за поддержку, за просмотр, за теплые комментарии, которые вы мне пишете.
Очень приятно с вами общаться. Лилия, Лене, Валюше. Да много кто мне пишет. Я уже как, на самом деле, как с соседями с вами общаюсь. Рассказывайте, как у вас погода, чем вы занимаетесь. Мне тоже интересно. А то многие заходят молчком, посмотрят и уходят. Пишите, пишите. Будем знакомиться, будем общаться. Что же нам еще делать? Зима впереди. Прошу вас лучше перейти на Яндекс.Дзен. Там попроще. Ютуб, я не знаю, насколько его еще нам оставят. Хорошо, если он будет дальше функционировать. Говорят, что скоро прикроет. Ну, скоро-скоро, пока мы там все. Работаем бесплатно, но работаем. Кто-то, может, и выводит деньги, получает хорошие. У кого голова варит хорошо, компьютер знает прекрасно. А мы простые, смертные, навряд ли у нас что получится. Всему надо учиться. А уже в нашем пенсионном возрасте не все так быстро получается. А дети не хотят. Иди ты, говорит, своим ютубом. Сама что хочешь, там и делай. Так что вот. Переходите. Я оставляю ссылки на канале, где мой Яндекс.Дзен. Переходите туда. Там тоже нужна ваша поддержка. Если вам интересно со мной. Если вам интересна моя жизнь, поддержите меня на Яндекс.Дзене. Жду вас там. Мой дорогой зритель. Все. Вот мои череночки. Это колюс. Сейчас на солнышко поставлю, как он играет. Вот он. Ну, думаю, от катарантуса толку не будет никакого. Ну, попробовать-то можно. А здесь я собрала семена. Семян не так много. Но если как в магазине продают нам пачки 10 штук, так вот с этой коробочки уже высыпалось вот сразу 20. Одна единственная коробочка, которая была созревшая. Посмотрю, что вот с этих получится. Полежат, может, даже и дозреют. Сейчас положу их на солнышко. И пусть они... Вот это тоже, думаю, что-то там. Да нет там ничего, она пустая. Пустая. Ну да, но все равно вот этих вот уже, считайте, я посажу свои. Будем надеяться, вырастут у меня еще мои красавицы-катарантусы. Покупайте, девчонки, красивый цветок. Любит жару, как по нашей жаре, так супер. Ой, мои хорошие, смотрите, сколько ягоды у нас. Пока я спал, а дождь сходила и набрала. А, язва какая, дождь у меня язва. Я опять дрыхла. Ну, хочется. Ну, что-то хочется. Часок хороший замочила. А она вот насобирала ягоды. Смотрите. Клубника, ежевика, малина. 2900. Сейчас будем варенье варить. Замораживать уже некуда. Вся морозилка в этих ягодах. Чашка чистая. Хоть по пору на рынок выходи. И торгуй. Чашку я помыла, да. Сейчас пойду за сахаром в магазин. У нас сахар есть, но он... Я не знаю, нормаловато. Помоем сейчас эту ягодку и будем варить варенье, девчонки. Вот такая вот красота. Небольшая часть лежала в холодильнике денька два, а это вот прям свежачок. Прям с грядки. А которая полежит, она цвет немножко потемнее у нее. Варим варенье. Сказала, это сентябрь месяц. Сентябрь месяц, у нас такие вот ягодные плантации. Юля моет посуду в данный момент, гремит. А я тут вам рассказываю, что тут у нас и как у нас. Все, пошла за сахаром. Купила сахар 3 килограмма. Засыпала сюда 2300, а 700 грамм оставила на потом. Закипит, и я ее... выключу, на другой день закипит, и я добавлю остаточный сахар. Ну, а сейчас тут уже между этим накрутила фаршу. Сейчас будем делать котлетки. С пюрешечкой, я думаю, сделаем. Готовы мои котлетки. Осталось только пюрешку сделать.
тихо нарезать салатику, и ужин готов. Варенье мое будет стоять ночь. Завтра буду его варить. Она даст сок. Сейчас я перемешаю, чтобы ягода была вся в сахаре. И так оставлю до завтра. Лопаточки деревянные. Да, они уже дают сок прям. Ну все, сильно ворошить не буду. Немножко перемешала. Запах такой пошел сразу. Витаминов. Выход варенья у меня вышло. Вот, смотрите, 8 баночек. Не успела с ним развязаться. Юля опять набрала. Тут вот в ведре. Заяза. Марина. Это вроде кажется, что мало. Сейчас мы высыпем чашечку и посмотрим, сколько там она еще набрала. И клубники опять набрала, и опять малину набрала. Я в шоке. Говорю, куда же нам, что же нам с ней делать-то? С сахаром, скорее всего, опять перетрем. И это вот клубника. Ну, ее тут немного. А там Юля моет малину. Чашки. Сентябрь мы малину собираем с клубникой. Летом столько не было, как сейчас. Вот вам, смотрите. Смотрите, осенние ягоды. Там готово, и тут опять набрала. Да, хорошо. Ну, куда это все ложить, уже вопрос. С сахаром сейчас перетрем. Витаминки. Вкуснятинка. Компот закрывать не будем, потому что у нас там 20 с лишним банок. Куда их? А это вот так сейчас с сахаром. С сахаром, с сахаром. И варенья уже много. Будем надрываться всю зиму. Чай пить с малиной вареньем. Тут также малинка и клубничка я вам показывала. Ну, вот целая кастрюля трехлитровая получается. Протерта уже. Ешь не хочу, да, Юль? Угу. Угу. Будут есть. Павук. Паучок прицепился. Я же тебя мыла, Дина, мама. Вот замочила его, мокренький. Паучок мокренький. Ой, помчался. А, попал в чашку опять. Что ты? Утонешь. Дышу с ним. Окошко надо выкинуть туда. Сушись. Угу. Лапки поджал. И не хочет. Что с ним сидит? Клоп какой-то. Вышло 5 штучек. 3 больших и 2 маленьких контейнера. Как говорится, продолжение следует. Сегодня опять я закрываю помидоры по-простому. Вода у меня греется. Сейчас залью кипятком, приправы, чеснок, все разложила, крышки простерилизовала, банки простерилизовала. Залью кипятком, закрою крышечки, постоять 10 минут, солью, добавлю соль, сахар, закипело. И опять все это по банкам, добавляю уксус или лимонную кислоту, все, банки готовы. Быстро, просто и вкусно. Сегодня у маленьких решила, полторашки. Уже столько помидора нет, уже отходит, поэтому остаточное явление, как говорится, все. А там остались на кустах, тоже такая вот мелочь вся.
литровые баночки, вот они там, горошинки. Так что вот, мои друзья, с утра занимаюсь консервацией помидор. Пошла за хлебом, а там батоны свеженькие. Я вот взяла один и сейчас жарю гренки. Давно что-то мы их не жарили. Гренки, я думаю, все умеют делать. И что тут умного нету. Я, правда, ложу просто яйцо и сахар. Кто-то ложит молоко, кто-то, может, сливочки наливает. Как? А мы вот так, по-простому, по-бюджетному. И вот тут они у меня уже жарятся. Сейчас я их уже переверну. Чуть скворчить. Добавила я сливочное масло и немножко добавила растительного. Еще чуть-чуть пусть подрумянится, рановато. И что-то как-то тут они вот у меня... как будто не нравится им. Уже перевернула. Не стала сильно зажаривать. Вот и готовы. Сейчас еще положу. Масло они хорошо берут на себя. Вот почти что все и пережарила. Раз, два и готово. 4 яйца сюда я вбила. И хорошую горсточку сахара. Сладкой любим мы. Какие-то 10 минут и вкусные гренки у вас на столе. Калорийные, питательные. Вредные, но очень вкусные. К чаю замечательно.